Доброго времени суток, с вами я снова, Татьяна Тарарыв. И сегодня расскажу вам, как работать в программке, которую я вам всем рассылала, показывала и говорила, что здесь очень хорошо и быстро можно создать команду под любой проект. Я рассказывала, как пройти регистрацию, показывала, но много вопросов, как создавать баннеры и все остальное. Я вам сейчас покажу. Значит, я внесла сюда 200 рублей, и вот сейчас идет пополнить счет, и тут еще 25%. На счет мне поступило 220 рублей. И здесь у меня еще было от рекламки 6 с копейками. Вот я запускала два баннера, то есть я хочу показать, что это очень выгодно. Вот по одному баннеру я истратила 80 рублей с копейками, по второму 140. Это уже 220 истрачено. А у меня еще на счете остается 110. Это то, что вот у меня всплывают вот такие вот, видите, под браузерной строкой, вот такие программки, их рекламки. Я их иногда даже не замечаю. Работаю, делаю свои дела, иногда открыла, посмотрела. Вот. И также еще поступают какая-то часть от моих рефералов. Как сделать баннер? Нажимаем на вот эту кнопочку голубенькую. Опускаемся вниз. Имя баннера. У меня здесь вот сделаны такие заготовочки. Ну вот, давайте любой возьмем. Просто покажу. Копируем. Вставляем. Ой, так, нет, это микроволет. Прошу прощения, не то скопировала. Вот название баннера, это пишите для себя, чтобы они у вас отличались, можно было видеть. Вот сюда помещаем свою ссылочку. Так, копируем. Помещаем. Вставить. Ссылочка есть. Тип баннера. Обязательно укажите, что это текст. Все. Теперь пишем заголовок. Вот, чтобы он выглядел вот так, вот сюда пишем заголовок. Копировать. Сюда пишет, оно должен заголовок содержать не более 45 символов. И описание. Копируем. Вставляем. Вот, пожалуйста. Баннер будет выглядеть вот так. Дальше. Здесь мы, торгентик, мы ничего не меняем, все оставляем здесь, все тоже так отставляем, проматываем вниз. Ограничение ротации ставим здесь, частоту показов ставим 5 минут, общую вот так, раз в минуту. Частота показов одному человеку ставим, выбираем единичку, время показов 30 секунд и выставляем бюджет 10 рублей. На каждый запуск, если у вас денежек много, вы можете сюда хоть 100 рублей поставить. Но я делаю так. Я ставлю 10 рублей и запускаю в часы, ну вот от 6 вечера и до 9 вечера. По нескольку раз. Она работает это, ну, 5 минут, может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше. У вас потом появится статистика, я сейчас покажу. Все, больше здесь ничего не надо. Ставим кнопку «Добавить баннер». Но я не буду ставить, потому что у меня совсем другие баннеры есть. Так, возвращаемся в кабинет. Вот у меня два баннера, два проекта, которые я рекламирую. Вот вчера, значит, я его запускала в 19, в 20, в 21, но он работал до 22, чуть подольше. У меня в проект вошло, у меня там было 9 моих рефералов, и сейчас у меня, по-моему, 35. Чтобы не обмануть, я вам сейчас покажу, в какой проект у меня вошли люди. Вот в этот проект
Вот, вчера у меня уже здесь стало 34 человека рефералов. Я зарегистрировалась в этом проекте 15 ноября вечером. Сегодня я отсюда 1000 рублей вывела. 1400 я опять вложила. Это можно будет показать вот здесь. Вот, 1400 я вложила. Это деньги, которые я вкладывала, они мне вернулись. Так, возвращаемся к нашей программке. Так, где же она у меня? Так, вот я вчера истратила 80 рублей, но ко мне пришли столько людей, что я за счет того, что ко мне люди вошли, за 30 рублей там платят за каждого привлеченного реферала. То есть есть смысл. Я уже не знаю, как еще рассказывать, как показывать, но программка эта работает и очень хорошо помогает. Вот это остается еще у меня на балансе за счет того, что всплывают вот эти рекламки, я просматриваю. Ну, если еще будут какие-то вопросы, звоните, еще что-то буду рассказывать. Ну, уже не знаю, вроде бы все как бы... Да, как запускать еще? Когда вы там поставили себе на баланс 10 рублей, как их ставить? Ставим через редактирование. Вот чуть-чуть упустила момент. Опускаемся вниз. Вот, видите, я 80 рублей уже сюда добавляла. Эту цифру убирать не надо. Просто ставите сюда, добавляете 10 рублей и пишите 90. Все. Сохранить изменения. Вот. И теперь, когда у меня здесь денежек не было, была вот такая строка, что расход превысил ограничение бюджета, запуск ротации невозможен. Теперь эта строка исчезла, и я могу начать ротацию. Но включать я не буду, потому что сейчас не очень удобное время, то есть деньги будут отработаны в холостую. Когда подойдет время вот вечера, в какое время бывает наплыв людей, я ее опять включу. Все, она отработает, и появится опять вот такая красная строка. То есть ваши денежки в бюджете использованы полностью. Опять заходите в редактирование, опять пополняете бюджет и все запускаете заново. Также здесь можно посмотреть, вот сколько у вас отработано графики вот в сутки. Вот, пожалуйста. 17 числа я работала вчера. Вот они, пожалуйста, все. 639 показов, 50 зашли на рекламку, посмотрели. И я не знаю, точно посчитать. Ну, было 9, стало 34. Отнимите, посчитайте, сколько ко мне за вчерашний вечер. Вот за эти просмотры, вот 6 было, 50, 10, 27. Вот с этого количества сколько ко мне зашло рефералов. Так что я думаю, есть смысл запускать и работать с этой программкой. Она бесплатная, регистрация бесплатная. Вам идут денежки здесь от рефералов и от просмотра вот этих всплывающих баннеров.